На официальном сайте футбольного клуба «Турдой» завершилось голосование за звание лучшего игрока сезона. Почти треть своих голосов болельщики отдали нападающему Эрнесту Батырканову. Он принял участие в 13 из 14 матчах сезона, в которых 8 раз выходил в старте и 5 раз поражал ворота соперников. На втором месте Мирлан Мурзаев, на третьем Фархад Мусабеков. Итак, Эрнест Батырканов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Приятно вас здесь видеть. Когда вы узнали, во-первых, об этой новости и что чувствовали? Благодарность, может быть, радость? Как отреагировали? Эту новость я узнал из Инстаграма. То есть обновлял ленту и там увидел эту новость. Если честно, я был немного удивлен, потому что таких результатов я не ожидал. Если честно, думал, будут другие люди, которые более популярнее. Так получилось. Ну, каково это вообще, обойти таких мастодонтов, как Мирлан Мурзаев, как Фархад Мусабеков? Вы не один год играете с этими ребятами и знаете, что, ну, действительно, это очень сильные игроки. Каково это их обойти? Это реально очень сильные игроки, это достойные игроки. И они, возможно, и даже были лучшими игроками этого сезона, да, то есть... Футбол — это командный вид спорта, да, и нашей команде, да, больше упор стоит именно на команду, да, и нету такого игрока, чтобы в одиночку что-то решал, и так что здесь каждый внес большой свой вклад, и думаю, каждый — это лучший игрок. Вас выбрали болельщики. Наверняка огромное количество сообщений сыпалось, например, в директ в Инстаграме с поздравлениями. Может быть, кто вообще первый вас поздравил? Вы помните этого человека? Нет, если честно, я не помню. Нет, не помню, честно. Хорошо, давайте поговорим о прошедшем сезоне. Для Дордоя он получился достаточно успешным, несмотря на трудности, которые были в виде пандемии, перенос некоторых игр и так далее. Как команда отреагировала на всю эту историю с коронавирусом и как лично вы, может быть, справились с этим? Сезон выдался очень сложным, с одной стороны, да, и он прошел очень в короткие сроки, и даже первый круг мы играли каждые 3 дня и не успели даже готовиться к играм, потому что ты играешь, на следующий день у тебя восстановительная тренировка, затем обратно предыгровая тренировка, и ты снова выходишь на игру, и не было времени просто потренироваться и подготовиться нормально к игре. Но мы с пониманием к этому отнеслись, потому что сроки были зажаты, и нам нужно было заканчивать чемпионат. И из-за этого вот так вот. Каково это играть вообще при таком плотном графике, когда толком организм не успевает восстановиться? В Европе так играют, ну, скажем, на регулярной основе, потому что есть еврокубки. У нас же эта практика не так часто. Каково это? Очень сложно играть в такой график, но наша команда была готова к этому, да. И во время пандемии, когда город был закрыт на карантин, каждый тренировался по своей индивидуальной программе, и каждый серьезно к этому отнесся и не сидел просто так дома, все тренировались, следовательно, из-за этого мы подошли к этому в очень хорошей физической подготовке и сезон как бы выдали очень хорошим. От чего зависит быстрое восстановление? Вот вы наверняка проходили этот процесс не один десяток раз. Расскажите, что в этот процесс входит, потому что, ну, многие наши зрители тоже, может быть, переутомились где-то или ходили в какой-то очень долгий, длинный поход и тоже хотят каким-то образом себя в чувство привести. Ну, мы чаще всего после тренировок, у нас в раздевалке такие вот такие ванночки лежат. И с ледяной водой. И мы там сидим около минут 5, восстанавливаем мышцы, ноги. Затем, и, конечно же, в первую очередь, это зависит от питания. И, конечно же, здоровый сон нужен. Что касается задач клуба на следующий сезон? Какие цели ставит перед собой Дордой? Дордой всегда ставил большие задачи, большие цели. И всегда стоит задача чемпионства и Кубка Кыргызстана, и также удачное выступление на Кубке АФК, это выход из группы. Вот.
Ну и давайте отвлечемся немножко от такой вот профессиональной темы. Хочется спросить, за какой, может быть, европейский клуб болеет кыргызстанский профессиональный футболист Фабрис Дордоя? Вот так получилось, что будучи ребенком, это был 2008 год, то я смотрел финал Лиги Чемпионов. Я всегда был близок к синему цвету. И в ту ночь играли Челси с Манчестер Юнайтед. И вот в тот момент, с тех пор я начал болеть за Челси. Что касается промаха Терри. Да, вот после этого было то, что даже у меня настроение упало. И, ну, как-то так, я начал с тех пор болеть за Челси. Ну, финал действительно был легендарным. В Москве, если не ошибаюсь, этот финал проходил. Что касается любимого футболиста, может быть, это Дидье Драгба. На кого вы в большей степени, может быть, всю карьеру и будете продолжать равняться? Из всех это Зинедин Зидан, конечно. И я всегда смотрел за его игрой, следил за его игрой. Это просто фантастический игрок, это легенда футбола. Человек, который успел забрать все награды, и индивидуальные награды, и командные награды. Это человек, который выиграл абсолютно все. А из нынешних футболистов я в большей степени слежу за Робертом Левандовски, так как моя позиция аналогичная с ним. Ну и хочется спросить, вот о чем, какие личные, может быть, цели вы перед собой ставите? Они не обязательно должны быть прям очень реальными, может быть, это какие-то космические цели, но тем не менее, почему бы и не помечтать? Ну, цель только одна, это Европа, и нужно пробивать дорогу туда, вот и все. В какую команду, помимо Челси, может быть, вы бы хотели перейти? Да хотя бы перейти туда, в европейский клуб, а там уже зарекомендовать себя и дальше двигаться уже. Мы желаем вам успехов, успешной реализации вашей мечты. Будем следить за вашей карьерой. Спасибо большое за то, что заглянули к нам в гости. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях был Эрнист Батырканов, лучший футболист Дордоя по итогам сезона, по мнению болельщиков.